Я слышал идею от Агуша. Тима, я думаю, что Агуша, он пукнул и смылся в туалете. Как печально. Ты что думаешь? Нас да, убил и пытается скрыть его тело. Он сдох. Это неправда! Это неправда! Ваня, он сдох у меня на глазах. Вон картина твоей крови. Вон, да, да, это и правее. Он тоже есть кусочек крови. Ты думаешь, эту картину рисовала Настя вчера кровью о гусе? Да. Поля, ты что думаешь по поводу этого? По поводу чего? Поля говорит, что... Ой, Настя говорит, что Агуша исчез, а Тима говорит, что Настя убила Агушу. Ты что думаешь? Где Агуша? Предположение твое. Ты в этом не участвовала вчера? Я думаю, что все-таки убийца Поля. Она какая-то подозрительно спокойная. Мне кажется, она что-то знает. Мне кажется, Поля что-то знает. Она убила, наверное, Агушу. Вот Агуша! А как? Он просто вырос. Ваня! Привет! Она спрятала. Это не тот Агуша. Это какой Агуша? Он больше Насти. Смотри, вот посмотри. Настя, стой там, смотри. У него один глаз больше, чем Настина голова. В смысле, это тело, что должно быть еще? Мозг? Да, она ему вырезала мозги. Смотри, вот это шрам. Вот, смотри, нет, вот это шрам, она зашивала. Вот видишь, вот такой вот шрам, зашивала. Сейчас непонятно. Эй, Ваня! Я снимаю. Что за нас? Сегодня в 16 представление «Вокусы». Фокусы! Написано «Вокусы» с водой. Фокусы! Испытание всех, кто сдул пуфик. Интересно. О, так. Надо запомнить ритм пульса. Не смейся, пожалуйста. Вопросы. Ты любишь маму? Да. Папу любишь? Да. Ваню любишь? Да. Смотреть телек любишь? Да. Мед любишь? Нет. Молоко любишь? Нет. Ты пуфик сдула? Нет. Ну надо было сразу. Да нет! Так. Богдан, смотри ей в глаза. Сейчас. Так. Хорошо. Сейчас. Море любишь? Да. Ходить на пляж любишь? Да. Прыгать в пирсы любишь? Да. Купаться любишь? Да. Ваню любишь? Да. Сашу любишь? Да. Богдана любишь? Да. Пылесосить любишь? Да. Убирать любишь? Да. Ты Полина, люблю! Так, дальше. Ты пуфик сдула! Нет! Яйцо лопнуло!